В четверг, 4 июля, вы сможете посмотреть третий сезон сериала «И снова здравствуйте». В нем Борис начнет новую жизнь со своей семьей, поменяет имя и откроет долгожданную кондитерскую. Но вот только счастья она ему не принесет. Герой ностальгирует о былых опасных временах. Тем более, что бандитское прошлое, кажется, тоже не может его отпустить. Новый бизнес, как бельмо на глазу Гоши и его хладнокровной и жестокой матери, которая вернулась в страну налаживать дела. Теперь двум злейшим врагам Коле и Борису придется объединиться, чтобы победить Гошу и его маму.